Детская площадка для самых маленьких и гимнастический комплекс для подростков. Во дворе дома на улице Победы, 89, идет благоустройство двора. По программе формирования комфортной городской среды на этом адресе будет сделана детская игровая площадка и спортивная площадка. На данный момент здесь уже подготовлено основание. Сегодня приступили к сборке гимнастического комплекса. На следующей неделе приступим к сборке детских игровых комплексов, каруселей, качелей и устройству резинового антитравматического покрытия. Для малышей обустроят горку, песочницу, подвесные качели, гнездо, балансир, карусель, а для детей постарше – спортивные снаряды. Местные жители с нетерпением ждут площадку. Они не только голосовали за благоустройство, но и сами принимали участие в выборе дизайн-проекта. Мы подавали заявку на комфортную среду, собирали подписи с жителей нашего дома, вот, поэтому еще все были в курсе и все ждали. Здесь была, как сказать, неухоженная территория, стояли какие-то отдельные комплексы, больше ничего не было. И выйти погулять с детьми было небезопасно, потому что заборы, не везде, как сказать, преграждали путь детям, могли разбежаться. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы было во дворе красиво. Дизайн-проект разработали летом прошлого года. В сентябре определился конкурсом подрядчик. К работе он приступил 12 апреля этого года, как только позволила погода. Работы идут с большим опережением графика. Контракт у нас до 1 сентября, но я думаю, что будет закончено быстрее. Потому что, как вы видите, здесь работа уже на 50% выполнена. Им осталось только МАФ и антитравматическое покрытие. Соответственно, здесь же также после будут благоустроены дороги с устройством парковочных карманов, тротуаров. И это тоже проект разрабатывался именно с жителями. В Советском районе сейчас благоустраивают 4 двора по программе формирования комфортной городской среды. А на сайте 63городсреда.ру продолжается голосование за общественные территории, которые будут благоустроены уже в следующем году. Отдать свой голос может каждый житель через портал госуслуги или обратившись за помощью к волонтерам, которые работают во всех районах Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.